Я запрошую вас до чарівного світу магії. Магія починається! Давайте ваши две. И мы сразу дадим вам оба шарика. Исполняйте, пожалуйста, как я попросил. А то ж неизвестно, что получится. Итак, держите себя в руках. Итак, Анастасия, прямо представляете. Один из двух шариков растворяется. Молодец. Так, перелетает. Спокойствие, так. И материализуется у меня. Так. Нет. Стоп. Хватит. Одного шарика. Итак, Анастасия, как вы думаете? Нет ампляда. Получилось у вас? Да. Очень важно верить в свои способности. Как Александр. Итак, смотрим сначала у меня, потом не спешите, я скажу, что делать. Подождите. И вы туда. Мы уже заодно. Такой знакомый с Александром. Хорошо. Примерно на такой высоте. Центр стола. Открываете вашу руку по одному пальчику. Мы посмотрим, исчез хотя бы один из двух шариков. Дмитро Мосін, фокусник із стажем, зізнається, показує зовсім прості фокуси, але неодмінно ті, які самі його здивували. А ви фокусник чи чарівник? Я фокусник-ілюзіоніст. Да? То, що я делаю, це я создаю картини волшебства в голові у зрителей. Да? Все має якісь підходи, психологія. Саме головне – це удовольствие зрителей. Найвибагливішими глядачами фокусник вважає дітей. Але труднощів не боїться, тож створює шоу-див саме для них. Это же металл. Вы думали, что я просто могу взять и зацепить кольцами? Если вам это понравилось, это вам понравится еще больше. Открыть таємницю, я в дитинстві хотіла навчитися робити фокуси. С чего почати? Наверное, начинать нужно с чего-то достаточно простого. Но когда я выбираю фокусы, которые хочу показывать другим людям, это обязательно фокус, который меня удивил, который меня поразил. И тогда я считаю, я тоже хочу этим удивить моих зрителей, потому что фокусов миллионы, но какие-то мне тоже не интересны, а какие-то меня поражают. Есть фокусы, которые очень трудно сделать, есть фокусы очень простые в исполнении, но очень удивительные. Самые трудные фокусы, чтобы вы знали, это фокусы для детей, потому что детей очень трудно действительно удивить. Взрослые хотят стать детьми, и поэтому удивляются с удовольствием. Дети хотят быть взрослыми, и поэтому это действительно труд, чтобы развлечь и удивить детей. Глядачи после его выступа и справді залишаються в захвате. Я просто в восторге, мне очень понравилось. Мне понравилось как человек, мне понравилось, что фокусы переплетаются с внутренним миром, богатым фокусника Дмитрия Мосіна. Мне понравилось, я в восторге. А деяких дітей Дмитро Мосін надихає так, що вони самі починають показувати фокуси. Я даже не знаю, как сказати. Все понравилось. Тим, хто мріє навчитись фокусам, Дмитро Мосін радить не здаватися, якщо щось не виходить. Спочатку я хотіла спитати у фокусника, як це йому вдається, а потім зрозуміла, навіщо? Адже якщо я буду все знати, буде нецікаво. Краще прийти і подивитися виставу. Настя Содома, Тіп-Топ новини.